Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Видение Иуды Маккавея. Он видел Онию, бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, почтенное видом, кроткого нравом, приятного в речах, с детства ревностно усвоившего все, что касалось добродетели. Видел, что он, простирая руки, молится за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычным величием. И сказал он мне: это братолюбец, который много молился о народе и святом городе, Иеремия, пророк Божий. Тогда Иеремия, простерши правую руку, дал Иуде золотой меч и, подав его, сказал: возьми этот святой меч, дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.